Прейк. 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 И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Taurus Gaming Revival, и с вами снова я, Кирик. И сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Кетер Ремастер и проходить сюжетную линию здесь. И остановились мы на том, что мы прошли второй Warp-рум и отправляемся в третий ледяной. Видим вот этот значок снежка. Нужно сделать потише звук. Как будто... Насколько? Погнали! Сегодня на повестке дня все как всегда. 4 трассы, которые нужно пройти, занять первое место. И... босс. Погнали, первый. Я знать уровень, да, как всегда. Ну, трасса первая на сегодня — это Blizzard Bluff. И, кстати, мы опять играем за Крэша. Забываю поменять персонажа, ну ладно. Я думаю, это не проблема. Все равно мы успеем поиграть за всех. Я хотел вас немножко обмануть, то, что я за один день хотел пройти игру. Но нет, я те две серии снимал, можно сказать, вчера. Эти две серии сегодня. Ну, эту и следующую. Так, ладно, погнали. Вот такая вот у нас трасса. Красивенькая, в принципе. Пингвинами. Погнали. Вспомнить управление надо. Мужи первые. Что мы прям долго им были. Мы сейчас как раз они. Так. Опа. Опа. На. Я даже не знаю, как это я могу прокомментировать. Это было как-то слишком глупо. Это всегда хорошо. Давай, давай, это нужно скинуть. На. Это маска, у меня даже цель не прорваться как можно дальше. У меня цель скинуть как можно больше соперников. Сейчас мы, можно сказать, боремся за первое место с Кортексом. Я уверен, если мы бы в тот раз бы не впихнули бы, то мы уже были бы первыми. Не застряли. Тогда я дать какую-то ракету. Ракету! Это не ракета, опа! Сейчас мы можем оторваться. Да! Давай, 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 давай! Нет! Нет, 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 нет! Сука, 4 миллисекунды! Извините меня за такой мат, но все равно нам 4. Ну как? Наверное, нужно. Я дурак, что пытался скинуть TNT, нужно было просто ехать на пролом. Ладно, это было слишком обидное поражение. Так можно сказать. Ничего. На ошибках учится. Как говорят мудрецы. Знаю. Ну, наверное, в Крэше тоже это подходит. Все погнали. Пора занимать первое место. Давай, 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 скинь, 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 скинь. Так, ну... мы не скинули Кортекса.
можно с ним стать рядом. Опа, опа и опа. Даже на секунду были первые. Так, ну давай, давай, кортекс. Отлично. Отлично. Кортекс очень далеко уже уехал. Нас спасет только, наверное, маска какая-то. Джанс, наверное, ничего не спасет. Хотя... есть еще маленький шанс. Вот он. Чертенок мой. Было бы круто, если бы сейчас он куда-то попался бы. Давай, 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 давай. Вторые снова. Тут уже разница в целую секунду. Я проехал довольно неплохо. Надеюсь, третья попытка у нас все-таки получится. Ай-яй-яй. Обидно. Так хорошо начинали. Нет, 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 нет. Вот так все всегда. И пёрфект это. Ну да. Довольно-менее нормально. Первые места, вот они, все рядом. Мы шестые, но... хотя Коко, в принципе, оторвалась нормально так. Начать только второй круг, это еще ничего не значит. Тем более вот она. Какая-то масочка. И все. А корпусу мы мстим за прошлое. Ну, не то, что нам надо, чтобы отыграться. Это разумеется. Опа. Ух, как хорошо-то! Сыктывкар! Походу, мы сейчас будем вторые. Да, будем. Обидно очень. Если бы одна дочь бы не застрелили, то мы были бы первые. Так, мы круг поехали очень хорошо, на самом-то деле. Да. Да-да. Угу. С оружием она не ведет. Отлично. Три. Повезло. Ну или на скеле. Переиграем. Тут явно плохая катка получилась.
вторые. Неплохо относительно, видим. Блин. И разница как небо и земля пока что. Мне это и до кофе. Нет, не до кокаина. Так. Догнать бы ее бы каким-то образом. Да ёшкин каравай! Снова не то. Опять не вторые, да? Отрыв от второго до третьего места большой. Да, проехали мы почти идеально. Все-таки не годил на первом. Сейчас если будет какой-то хорошее оружие, ну плюс-минус. Хорошо-то едем-то. Я повторюсь, как хорошо-то мы едем-то. Ну все, ну это все. 37 секунд. Так быстро мы еще ни разу не ездили. Ну посмотрите, 39, 39, 37. Неплохо. Я отрыв-то в 2 секунды. Трасса пройдена. Но это было сложно. Относительно. На самом деле бы легко бы. Мы прошли бы, наверное, со второго или с первого раза, если бы у нас бы постоянно кто-то бы не пандернул бы. Ракетами. В основном. Вот радиоактивный крэш. Прикольно, что они переработали анимацию.
Погнали дальше. Проходите замечательную игру. Например, на трассу, там особого выбора-то и нет. Dragon's Maze. Довольно, кстати, сложная трасса, особенно в одном моменте. Снова мы играем за трэш. Вспоминает только, когда я начинаю играть. Это не меняет персонажа. Ладно, может даже это и получится. Пёршик, пёршик, не пёршик. Мы пятые. А это у нас плохо или? Эти слова, я уже второй. О! Масочка. Так, масочку простыкать. Еще мудрить надо было. Мне кажется, что эту бомбу я и оставил. Походу, из первого пуска мы так пройдем. Да. Таки поменяй персонажа после этой катки. Выходим. Поменяй персонажа. Не знаю, за кого будем играть даже. Такими стихами я заговорил. Меняем. Так. С кого мы еще не играли? За Коко. Давай за него и сыграем. За него вроде играют все киберспортсмены. В этой игре. Так, погнали. Так, ну разницу, скажу, что я пока что вижу. В отличие от крэша. Ну да.
восьмого на... Какое место мы даже сейчас играемся? Лучше положить. На первое. Интересное кино. Я постоянно, блин, когда играл первый раз, запаривал. В принципе, шанс еще есть. Просто повезет с оружием. Повезет? И даже без этого. Первые! Первые! На 10 миллисекунд! Фу, в конце я хорошо сыграл, могу так сказать. Очень хорошо. В конце, ух! Погнал, можно сказать, его благодаря спину. Хорошо его использовал. Киря хорош, Киря молодец. Вот такая вот Коко. Быстрая, наверное, да? Хорошо использующая спин. Роковая блондинка. Давай дальше. Гоним мы в прямом переносном смысле на трассу Polar Pass. Наверное, нужно играть за Polar, когда. Но мы сыграем вот за Пенту Пенджина, который дается за читко. Как ни странно. Который был, кстати, и в первой части КТР тоже. Вот такая вот трасса. С медведями нас ожидают. Это довольно сложно. Тут есть моменты, где можно очень много падать. Это вообще я не особо люблю. Вот, например, вот это вот момент. Тут можно пойти следующий. Срезали так почти на первое место, я даже ачивку получил. Время не второй. Видите, Коко, блин, какая-то слишком сложная.
сложные. Стоим на первом. Нагон, 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 нагон. Я чуть не упал. Кстати, давай я падаю. Это не чуть, а упал. Thank you very much. За спин. Правда, его честным образом чуть не провтыкал. Да ё... Мои ё, блин. Смотри, есть. Просто урон большой, но есть. Давно не упасть. Сколько нас уже почти догнало? А, или нет? Нет, не догнало. Пусть я не знаю, что с тобой сделают, но как мы сейчас запороли, даже не знаю. Ну, это должна быть уже победа. Есть. 1-4. Это же рекорд наш. За минут 29. Ой, за 3 минуты 29 только придут. Придет Кока. Пройдено, плюс 60. Ради интереса, что будет с моим звуком, если они отсюда. Можно не попросить. Почему бы нет? Коль есть повод. Так, меняем персонажа и будем играть за Тини. По причине, что сейчас будет его трасса. Одна из моих самых, наверное, тоже любимых. Вот она. Тайный арест. Такая вот трасса. И везде тут нарисован сам Тайни. Начинать мы должны их отлично. Первого раза не может быть.
Европа. А нет, Европа. Ну и плюс старт третий. Конечно, эта трасса хорошая. Спасибо за маску. Кортекс чуть-чуть далеко. Понимаешь, это мой создатель, по факту. Все равно. Уж, Тига, ты так далеко. Не оторвался. Дайте мне какую-то штуку. Ну да, хорошая штука. Раньше у нас... Ладно, что сказать. Нет, тяжело. Синий круг. Ненавижу. Походу это слив. Хотя... Хотя все-таки второе место. Ну нет, можно же второе, а все и третье. Да, мы третье. Ладно, пусть так. Одно мы получили 68 очков. Попытка номер 2. Тут или есть резко. Нужно ее использовать. Легче играть. Что-то я забыл, где она, если честно. Она тут есть, я точно помню. Где резко? Как мне попасть, я так и не помню. Опять кортекс первый. Thank you.
Ух, да, найдем отвратительно. Нужно было врезаться. Обязательно нужно было врезаться. Даже не понял, где на этом средство. Первое, между прочим, копа. Разница между нами не особо большая. Быть первым топчик. А по четвертому уже не особо, как и третий. Раз, два, три. Ух. Раз, два, три. Ух, ёшкин каравай. Раз, два. Кортекс. Нет! Как они так уворачиваются, слуга? То, что представить, как они это делают. Опа. Ага. Кого, блин, кинул? Вот это загадка даже для меня. Три. Мне этот раз нравится, да, мне она реально нравится. Я люблю, когда я не выигрываю, не проигрываю. Она именно легкая и сложная, она интересная, необычная. Вот это я и люблю.
Сейчас можно. Маску, маску, дай маску. Пошел нафиг. И хотел сказать кортексу. Вот почему-то у меня не получилось. Взять бы, взять бы, взять бы, взять бы. Срезать бы. Серьезно, я был полной версии скупить. Ладно, переигрываем. Ну, мы на первом, но, блин, наше преимущество довольно маленькое. Наверное, все-таки нужно так делать. Нет, все, 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 мы сейчас отправимся в мир жопы. Нет! Какой шатрик был? Мне нужно было просрать. Что сейчас тоже есть, но... Еще один крупца. Давай, 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 давай.
отрыв есть. Отрыв есть, он большой. Мы пошли только полтрассы. Все полкруга. Да ё-моё, чё так не везёт-то, а? Очень крутой конец разучился, блин. Под конец. Мы это сделали, да? Мы это прошли. Ну, круг мы прошли лучше всех, но все равно так себе. Родина. Да, были небольшие проблемы. Мы справились и сделали это. Какой он лезвенный. Это босс. Босс комода Джоу Челлендж. В чем здесь челлендж, слово мне интересно. Так, вот мы кажется, крыша. Не крыша, давайте мы, например, за... Сколько мы еще не играли? За реперу! Погнали! Ему не было... За него можно было играть в оригинале, когда ты его победишь. В онлайн, не в онлайне, а в других режимах. Но тут можно играть его сразу за него, просто почему бы нет. Все, погнали. Фух. Битва двух боссов, можно сказать так. Пока что будем побежать... Так, нужно лучше переначать. Пока что будем побеждать этого босса, я вам расскажу про него. Это один из братьев Комода. Он появлялся во второй части, и он был вторым боссом. Потом он в игре не появлялся, и вот он появляется в КТР. Почему так не везет-то, а? Я слышу. Босс, в принципе, у нас проблем вызвать может. Как мне кажется. Вот именно из-за того, что я лопну постоянно, могу нормально проехать первого раза. Погнать, нужно использовать спины. Чем больше, тем лучше. Но нам... В принципе, когда мы на первом месте, никак у нас удивить не может.
Нет, ракет и так далее. Просто нужно удерживать первое место. Я вообще забыл. Так можно? Победим мы едем так себе, но мы все равно первые. Закончилось победение нас. Упади. Давай. Сейчас будем пытаться, чтобы мы заняли бы первое сейчас место. Чтоб стрельнуть его. Чисто по этой причине. Знаю. Ну, сейчас или никогда. Так, спокойно. Давай. Раз, два, первое место. С первого раза. Без особых проблем мы победили Джо. Да, против команды его Джо. Пройдено! Победа! Так, говорю, это как-то... Боссов мы, кроме папу-папу, проходим пока что быстро. Surprised me, you did. Все, и он слинял. Here's a key for the win. Still, и у Хэнью проблема. Взял этот кинжал и... We're going to lose our planet. И прирезал Ламбло, Лоску. А ключ себе оставил. И все, и нет проблем. Это же Crash Bandicoot. Все боссы хотят, ну, в третьей части, второй, в первой, все боссы хотели нас убить. Это что за цивилизация такая? Я не понимаю. Что за бред? Ну ладно, спасибо за вежливость. То, что нам так легко отдал ключ. Ну и вот, мы близимся к завершению основной части игры. Мы прошли третий Warp Room. И, разумеется, четвертый мы уже будем проходить в следующей серии. Три ключа нам открывают. Дверь в последнюю варпу. Ладно, все. Если вы здесь впервые на канале Tarot Gaming Revival, то, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Также, если вы хотите, то поддержите меня, поставив лайк. И перейдите на мои два личных канала. Это игровой канал Кирика, где я снимаю различные блоги. Начал снимать, снова скоро будут какие-то летсплеи. Даже подпишитесь, пока что в целом не мейнстримом. На мой второй канал Кирилл в офсайде, где мой чисто футбольный и фитнесский канал. Я буду очень рад, если вы подпишитесь на канал. А также поставьте комментарий, ведь я на все отвечаю. Если какие-то там вопросы, можно поговорить об игре, например. Так что давайте, пишите комментарии, если хотите. Ладно, все. С вами был Кирик, играл в ремастер КТР. Всем удачи, всем пока.